Друзья, всем привет, вы на канале Пиратская Жизнь, Нина и Вовчик. У нас новые вилки, да, вот такие вот. Вот такие. У тебя нос уже облазит. Нос. Вовки уже нос облазит. Ну ничего, сейчас поедем на кулан, поджарим его еще больше. Да, да. Да, и будет у нас Вовка гриль. Хотя я ему мазал нос, не знаю, почему у тебя нос уже облазит. Короче, у нас сегодня на тайский обед треугольнички. С овощами, фруктики, кексик и вот такие вот пельмешки. Пельмешки у меня с креветкой. Вот эти вот знаменитые вовки какие-то, я не знаю, они какие-то с травкой и с мясом. И соус, кстати, очень интересный такой. Нет, хочешь, давай поменяемся. Попробуй. Это лук. Вот такое вот у меня пельмени. Это лук. А у меня с креветкой. В общем, давай вот так убери. Да, сделаем фотку. Кушать. Так, у нас новые вилки. Не, ну а что тебе пачкать, когда я все равно поел, выкину. Так, давай это поменяемся. Две я тебе своих дам, да. Ты мне две своих. А мне хочешь попробовать все. Да. Да. Нифига. Что, жесть, нифига. С креветкой. Ну что, да? Ты там хочешь? Не будь. У нас сегодня солнечная хорошая погода. Сейчас тучи, бля. Ну все. Посидели на пляжке. Сегодня можно поехать покупаться. Дожарить Вован уже. Все равно брился. Заныл. Возьми мне, блин, пену для бритья. Она стоит 100 бат. Я думаю, нахрена ему все это покупать, чтобы один раз побрился. А в итоге он гелем для душа. Молочко. Угу. Хотя он изначально говорил, возьми, что не надо. Мыло мне не буду. Мыло кожи сошек. Да. А за 100 бат я им даже покупать вот пену. Где-то. Ладно, мы тут месяц бы были. Ну-ка, вкусно. Да, тебя капать будет. Хватит, у меня тут жарит. Офигел вообще. Вот так вот. Кстати, прикольно. Вегетарианцы терпкие. Не знаю, с чем, вроде как с каким-то мясом. Там. Ну, такие прям... Остренькие. Соус острый. Карничок. Про остренькое ничего не сказано. Все, попробовал, все, больше не трогаю. Ничего не буду я больше там покушать. Я же говорил, по две штучки поменяем, все, все. О, смотри, смотри. Смотри, паром пошел. А где? Жматера. Сама такая. А ты скажешь, нет? Я придем, как будем смотреть. Чего? Сама да. Спать увалилась. Это больно. Это даже не понял, чем. Я думаю, что она пожелудочная. Нет. Не болел уже. Слабость была, конечно. Это... И курицу я больше не хочу. Что-то она у меня как изжога, это жирная такая. Масло прям стояло. В глотке. Жалко мне пельмешку. У меня там еще, кстати, морозилки есть. Суп. Том ка. Вчера взяла себе. А то мямы что-то нету. Хотя, по-моему, был.
Тоже вот такой же замороженный. Интересно, кстати, попробовать. Потому что говорю, вот эти супы, которые по ГОСТу, в принципе, неплохо очень сделаны. Вот реально, кто не хочет ездить по всему городу и пробовать там всякие супы, возьмите вот заморозку. Я реально сама очень скептически относилась. Как не взяла попробовать, да? Да. Пока не решилась попробовать. Кажется, вкусно. 200 грамм супа можно съесть, да? Mm-hmm. Даже острого. Ну да. Не, ну просто 200 грамм и вот такую вот байду тебе на пол-литра принесут. Тем более вот для меня такой вот порции в самый раз. Маленькая. То есть, говорю, вот здесь можно даже худеть. На вот этих вот маленьких порциях. Ну, тайцы едят. А ты же не придешь в кафе и не скажешь, у меня пол порции. Там большие рассчитаны. На голодных иностранцев. Завтрак. У тебя рано все нос уже облазит. Лоб уже облез, пока ты дрыхла. Так ты его сидишь, ковыряешь, нахрена ты его ковыряешь? Я? Угу. Он уже стал трескаться. А когда делал массаж, а то трогала, ну, он уже облазит. Она его и помазала. Ну так кто дурак-то? То я буду так купаться. Ну-ну. Вот знаете, тучи хмурятся, где-то там в горах видно, дождик идет, а у нас нормально. Опять полосой идет. Угу. Вон, фронт. Прям видно, что дождь идет там. На севере идет. Ты рукончик дождь, нет? Побольше оставил. Вот это бери. Это сосиски, кажется. Вот два дня в холодильнике прожили. Ну, все нормально. И знаете, здесь тоже день сурка. А с другой стороны, а что здесь? Кушать, купаться, отдыхать, загорать. Все. Какие-то экскурсии, там что-то посмотреть. Кстати, днем вот ни единого иностранца нет. Да. Реально. Все прячутся от солнца. Все по вечерам? Да, после двух, после трех начинает вылазить. Ну, есть такое. Если ему не надо там в банк, там еще по делам каким-то, в эмиграшку, угу. Потом куда еще? На Кулан он, если едет, так, тогда есть. Это да. Тучи, конечно, да. Так покажешь, сейчас как хлынет. Блин, а так прикольно, такая вот на высоком этаже, так смотрится классно. Ты как будто прям, знаешь, как взлетаешь так. Вот высокий этаж. Прям класс. И смотришь на горку. Прям. Ну, правильно. И еще вид такой классный. 20 этаж. Вот мы когда в кабане были, там вот такого вида классного не было. А здесь вот сидишь, завтракаешь, и такой классный вид вообще. Телек даже включать не надо. Смотришь, где тут что, кто-то там поехал, там туда-сюда. Вообще такой кайф. Короче, мне определенно Дусит очень понравился. Вот на Диме, где там? М? Центр, фестиваль. Ну, кстати, отсюда вот этот спейс видно. Краешек, видно. Нос. Да, да, вот да. Видно. Где вот центр фестиваля, не знаю. Здрасте, пожалуйста, вон, блин, Хилтон, прям видно, блин. М-м. Что, не видишь, что ли? Надпись-то Хилтон. Это и есть он.
Он такой. Так. Ну, кстати, это после этого. Дальше туда идет он. Сям-сям. Лесенкой сделан. Угу. Тебе какой? Маленький? Большенький? Большенький. Хорошо. Что? Я сказал большенький. Он сказал бы маленький, а так как ты эгоист, будем тебя, значит, наказывать. Редиска. Ну что-то неровно делят его. Очень. Раньше были ровные, а сейчас какие-то. Выбирай. Выбирай. Все самое вкусное съела. Выбирай, гад. У тебя что, голос осипший? Ну? Не, хочешь, я это возьму. Или хочешь, я это дай. То есть он даже нет ничего. Да, и здесь тоже ничего нет. Нет, там еще нормально. Там уже ничего нету, ты уже все сгрызла. Ты половину сгрызла, а тут тесто осталось. Ешь давай, не эгоистка. В кои-то веки поступила с тобой так, как ты поступаешь со мной. И тебе это не понравилось, офигеть. Эгоистка. Да. Два куска съела. Ой. Вместо одного. А потом кричит, ой, мне плохо. А, видите, я, кажется, виновата в том, что я ему вчера курочку не отдала. Должна была отдать ему курочку. Себе заказывала, а ему отдать должна. Да. Нет же, тебе жадность сыграла. Как это я отдам? Я все сама съем. А в тебе именно не заигрывает жадность? А потом пришла и... Ну, хоть выспалась. 6 утра вскочила. Нет, 8. У тебя целая ночь 4%. А потом снова легла. Я в 9 часов легла спать. Не в 9, в 10 легла. 9. Угу. Было 9. Не трынди. 9 было, когда мы еще были в кафешке. А-а. Да. Было 8. 9. Нет, Ренди. Я тебя разбудил в 12. Ты меня в 12? Да. Таблетки выпил. Вот именно. А вот вопрос, на какого хрена ты меня разбудил? А колеса кто будет пить? Я, что ли? Я вот о тебе забочусь, а ты обо мне нет. Я? Что, тебя меньше достал, что ты красивый и стройный был? Но, ну что, я тебя забуду, смотри. Но там даже не стал пить. Пиво. А что, не выпил? Но сосиски все сожрал. А вот этот не оттянул, не это, не пошел. Это, ой, съешь там половинку. Мне оставь. Кальмарчика. Ты только не говори мне, что ты его не трогал. Нет, вообще не трогал. В глазами смотри. Вот не верю. Вот не единого слова. Вот иди и посчитай. Вырви вот этот себе, этот. Чем? Волос. Вон у меня лежит. Нет, возьми, вырви. Глаз. Сань, мы вырвал. Седобровый уже, блин, такой. Страшно, смотри. Вот он сгорел на солнце-то. Девочки, да, самое любимое. О,
Да. Черненький на конце. Да, сам еще есть. Все, не трогай. У тебя здесь еще один седой лист. Все, старость, ну и рад. Еще один седой. Че, сразу раз ты зачесали, да? Живодер. Как маск, так ее нету. Кушай. А у меня теперь тут кожа, как у младенца. Молодеешь. Бенджамин Баттон с тебя кожа слезает. Я статью читала. Я, короче, по поводу Дюны. Там сын Пола Атрейдиса, вот с этой чайника, Лита Атрейдис. И вот как он себя превратил в червя. То есть как там соединился, что-то там какие-то у него там, это Бенедикт, ля-ля-ля-тваля. В общем, короче, он себя соединил, преобразовался в червя. Все для того, чтобы долго-долго счастливо жить. Ну, какую хрень я по утрам читаю, пиздец. По-моему, такого в фильме не было. А это вроде как продолжение. Это, фильм-то, он же снят-то там, по книге. А это как продолжение получается. Ну, что, делать что-то ничего. Ну, только у них будет сын. А, у них сначала будет первый сын. Червяк, да? Ну, смотри, у них как бы, у них будет первый сын, который умрет. Его тоже назовут Лита, как в честь этого бати Пола. Вообще, конечно, прям иди куча. Вот, потом, короче, этот сын умрет. Вот. Потом долго-долго они с чайни не смогут забеременеть. А потом все забеременеть, сразу двоих родит. Но она умрет при родах. Осложнение после родов. Этот вообще Пол что-то ослепнет и уйдет, короче, искать там просветление в пустыню. Короче, нахер он все кинет и уйдет. А вот. А сестра вот эта, Алия, вот она там уже к тому времени подрастет. Вот она, короче, будет воспитывать вот Пола. А, нет, Лита, вот этого сына второго. Которого, кстати, также назовут Лита, как и первого сына, то есть Лита второй. Короче, вот. И сестру его. Вот сестры, сестрой не поняла там, что будет происходить. По-моему, тоже она там какой-нибудь. Вот, ну, короче, вот этот, для того, чтобы потом править долго и счастливо, то есть он там, ему что-то открылся третий глаз, что нужно там что-то какое-то делать, вот ему нужно прожить 3000 лет. Три тысячи лет прожить, а чтобы все-таки быть неуязвимым и быть каким-то там супер, хвиза с ходорах, там супер-пупер человеком, вот, ему нужно будет стать червем. И он найдет там мелкого червя, как-то там соединиться с ним, даст ему, что типа он питательное... влага или что-то. Короче, ё-моё. Интересно. Я думаю, неужели это еще по телеку показывают? Ну, в смысле, это мне вот интересно, а куда делась тогда эта жёнушка его? Чайня? Нет. Которая это и императора дочка. Дочка императора? Да. А, хрен. А, хрен её знает, куда она делась, да? Он ее с хаунки достал червем. Да нет, это Пол, это отец, а это сын его. Я тебе говорю, что последняя часть, вторая, которую показывали, там прилетели всех этих богатенькие, вот. И поженили. Да, он взял в жены эту дочку императора. 36 лет тоже, наверное, быть. Так вот, куда она делась-то? Чё, в монастырь ушла. Он ее схавал, когда стал червем. Схавал-то кто? Я тебе говорю, сын превратился. Его, Пола. Причем сын от вот этой Чани. Вот этой девки, которая бегала по пустыне. А сам куда делся он? А сам он ослепнет после там какого-то нападения. И пойдет искать счастье в пустыне. Просветление. Червяком. Да не он, а сын его станет, ёб твою мать. Так а кто ушел в пустыню-то? Все уйдут в итоге.
Короче, вот так вот. Интересно. Кто знает эту историю? Напишите. Может, здесь что-то осыпалось. Ну, вот это прям показывает, что такой червь жирный. Помнишь, это был в этом? Я не помню. От «Звездных войнах»-то. Джабба Хатт. Ну, что-то типа подобное. И опять же думаю, вопрос. Вот этот Джабба Хатт, это не тот ли вот этот? Это он и есть. Может, Не, ну, там тоже Джабба Хатт, у него тоже рожа была такая человеческая. Личико. Здесь тоже. Блин, знаешь, какой прикол? У него от человека осталось только лицо и ручки. И то какие-то превратились, как косточки. Вот сюда смотрю. Короче, Мара закричал. Вопрос, что он не курит? Итак, вопрос. Что он не курит? Вот так. Короче, вот так. Ладно. В комментариях пишите, что про это все думаете. А мы с вами увидимся в следующий выпуск. Вот сюда. Всем хорошего настроения. Увидимся. Пока-пока.